Кто очень рано встает, тому людей на работу везти. А перед этим, конечно, проверить транспортное средство. Так он поступает уже 29 лет. Сергей Кирясов знает, нужно быть уверенным в своем автобусе и в безопасности пассажиров. Перед выездом на линию водитель обязан проконтролировать транспортное средство в техническом состоянии и проверить освещение автомобиля, стеклоочистители, сигнал автомобиля. Проверяем, опять же, шины, чтобы шины все были накачаны, гайки на колесах все были закручены. В водительских правах Сергея собраны все буквы латинского алфавита. Помимо легковых машин, он уверенно управляет автомобилями ЗИЛ, Урал, КамАЗ, Супермаз и пассажирскими автобусами марок ПАС, ЛиАЗ, НИФАС, Скания, Мерседес. В «Газпром» добыче «Ямбург» Сергей Викторович трудится 20 лет, большую часть из которых занимается пассажирскими перевозками. Он водитель голубого автобуса, который доставляет сотрудников общества в северную часть города и обратно, на работу и на обед. Дорога знакома и привычна, но Сергея этот факт не расслабляет. Тем более в самое сложное дорожное время, в межсезонье. В шоферском деле хватает своих тонкостей. Предотвращать заносы, следить за светофорами, подождать опоздавших пассажиров и при этом быть вежливым с другими водителями автобусов. У Сергея Викторовича сложились принципы, помогающие в работе. Главное – это у нас, опять же, контроль над дорожной обстановкой. Важно – это не спешить. Спешка ни к чему хорошему не приводит. Опять же, вежливо и тактично общаться с пассажирами. Сергея можно по праву назвать аккуратным водителем. Свой трудовой путь он начинал в Новом Уренгое на автотранспортном предприятии. До этого во время службы в ВВС осуществлял перевозку боеприпасов, материалов для спецтехники и другое военное оборудование. Там и научился отвечать за людей и грузы, быть внимательным и осторожным. Это заметно и во время транспортировки работников общества. В приоритете всегда остается безопасность и комфорт пассажиров. Если происходит, опять же, поломка по технической неисправности, через диспетчеров мы выходим на связь, чтобы нам дали замену. Опять же, либо какие-то попутные автобусы забрали наших же людей. Но людей мы стараемся не оставлять на остановках. Всегда привозим на работу. Своих пассажиров Сергей уже хорошо знает. Часто принимает слова благодарности, особенно когда кто-то забудет в автобусе вещи, телефон или еду. Все, конечно, возвращается в целости владельцам. Я доверяю нашим водителям. Неоднократно ездила на Ямбургу, на Заполярку. И все удачно, без происшествий. Прекрасно доезжали, все ровно. Водители наши профессионалы. Большое им за это спасибо. Помимо ежедневных перевозок сотрудников, Сергей выезжает на промыслы. В соседние города округа часто возит спортсменов из ТК «Ямбург». Богатый водительский опыт, да и натренированная спина позволяет ему много путешествовать и во время отпуска. С семьей самое дальнее расстояние у нас – это поездка в Крым, которая занимает почти четверо суток. Ну и тут по самой России это Москва, Нижний Новгород, Самара. Вот это СТ-общество Сергей Викторович считается водителем-наставником, который помогает молодым коллегам осваивать новую технику. И это не случайно. Он инструктор по вождению и преподаватель по автомобильному делу. Свой профессионализм Сергей Викторович также неоднократно подтверждал на городских и внутренних соревнованиях. В личном зачете это всегда первые места. Юлия Надрага, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.